Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня передача «Большая стройка» побывает на стройплощадках Гомеля. И мы узнаем, где в городе возводят новые дома. Какие квартиры сейчас покупают гомельчане. Кроме того, наши эксперты расскажут, на каких условиях можно взять кредит на строительство жилья. И куда надо обратиться, если вы решили приобрести квартиру. Тема жилищного строительства по-прежнему актуальна для Гомельской области. На данный момент самая распространенная форма приобретения жилья – долевое строительство. Примечательно, что в нашем регионе в 2016 году возвели почти 3500 квартир на коммерческой основе общей площадью более 207 тысяч квадратных метров. При этом стоимость одного квадрата составляла от 605 рублей для нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1500 рублей. В этом году в Гомельской области в сфере многоквартирного жилья на коммерческой основе построят 215 тысяч квадратных метров. Из них 158 тысяч в Гомеле. Вместе с тем жилье будет возводиться и с господдержкой. В Гомельской области в текущем году предусмотрено строительство 391 тысячи метров квадратных жилья. Из них только 31,5 тысячи с государственной поддержкой, в том числе в городе Гомеле 6 тысяч. Объем льготного кредитования на 2017 год в области на жилищное строительство предусмотрен в объеме 16,9 миллионов рублей. И это только 26% от уровня прошлого года. Новшеством в сфере строительства в регионе стало открытие в Гомеле единого центра продаж квартир. Если вы решили построить или купить жилье, но не знаете, с чего начать, то в этом вопросе вам помогут специалисты этого центра. Он работает на базе областного управления капитального строительства по адресу Белецкого, 7. В центре саккумулирована вся информация по продаже недвижимости в Гомеле и Гомельском районе. Здесь вам совершенно бесплатно предоставят достоверные сведения о новостройках, ознакомят с планировками квартир, фотографиями объектов, условиями кредитования, а также найдут, исходя из ваших пожеланий, наиболее выгодное предложение по приобретению жилья. За услугами по подбору недвижимости могут обратиться также и юридические лица. В перспективе же здесь намерены обеспечить клиенту сопровождение всего процесса по покупке жилья. Кроме того, база единого центра продаж квартир будет постоянно пополняться новыми строящимися объектами. На данный момент в числе новостроек Гомеля крупнопанельные многоэтажные дома, которые возводятся как вблизи главных магистралей города, так и в спальных районах. На стройплощадки некоторых из них отправилась и наша программа. В списке 11-этажный жилой дом по улице 8-я Иногородняя. Всего в нем 44 квартиры, двух- и однокомнатные. Специалисты уверяют, этот дом теплый и уютный. И таким его делают в том числе тройное остекление окон, трехслойные стеновые панели. Дома очень получаются качественные. Во-первых, здесь мы уходим от дополнительной отделки под отделочным работ по шпаклевке стен, потолку, соответственно, и полу. То есть идут готовые изделия. То есть чисто идет чистовая отделка по тем конструкциям, которые сегодня уже выпускает этот завод. Мозырский завод КПД. Да, мы делаем быстро, эффективно, нормативно сроки, но на сегодня дом, который сдали вот по левую сторону от меня, практически на сегодня замечаний и претензий по качеству работ не поступало в адрес областного УКСа. Новостройка по 8-й Иногородней будет сдана уже в марте 2017 года. Здесь предусмотрено благоустройство прилегающей территории, будут разбиты детские игровые площадки с тренажерами. А мы надеемся, что все квартиры в этом доме в самое ближайшее время обязательно найдут своих жильцов. А программа «Большая стройка» отправляется в Советский район города. Многосекционный жилой дом возводится здесь на пересечении улиц Барыкина и Иверская. От стандартных панельных домов города новостройку отличает большая степень остекления фасада, где применены витражи. Дом относится к категории энергоэффективных. Выступить участниками долевого строительства на данном объекте предлагает государственное предприятие УКС города Гомеля. В настоящее время
имеются квартиры двух-трехкомнатные общей площадью от 60 квадратных метров и стоимостью от 60 тысяч рублей. Кроме того, имеется специальное предложение двух-, трех- и четырехкомнатных квартир со стоимостью квадратного метра 950 рублей. Особенность этого дома – наличие на первых этажах встроенных помещений. Их предлагают приобрести представителям бизнеса. На сегодняшний день у нас есть в наличии 5 встроенных помещений в жилом доме по улице Барыкина, вторая очередь. Общая площадь встроенных помещений каждого от 110 до 135 квадратных метров. Стоимость одного квадратного метра составляет 1550 рублей. Окончание строительства этого многоквартирного дома на улице Барыкина запланировано на март 2017 года. Кроме того, УКС города Гомеля предлагает всем желающим приобрести квартиры и в других районах областного центра. Их стоимость от 700 до 850 рублей за квадратный метр. Еще один микрорайон города – 18-й, и в частности улица Мазурова – место, где ведется активное строительство многоквартирных домов. Здесь же развивается и вся необходимая для таких микрорайонов инфраструктура. Один из новых объектов, который предлагает к реализации – Гомельский домостроительный комбинат – современный трехэтажный бизнес-центр. Он представляет собой пристроенные к жилым домам помещения с различными по площади кабинетами. На продажу выставлены помещения общей площадью 783 квадратных метра. Стоимость – 1 100 000 белорусских рублей. Данный объект выгодно отличают удобное местоположение, выход на центральную улицу Мазурова и современный фасад здания. Данное здание расположено на центральной пешеходной улице, согласно генплану района, что позволит представителям бизнеса, которые приобретут помещение в данном бизнес-центре, получить максимум клиентов, как местных жителей, так и приезжих. Еще один привлекательный для бизнеса объект в этом микрорайоне – встроенно-пристроенное помещение общей площадью порядка 240 квадратных метров. Помещение, в котором мы находимся, также предлагается быть для продажи нашим предприятиям. Это встроенно-пристроенное помещение общей площадью порядка 240 метров квадратных, которое может быть использовано представителями бизнеса для осуществления торговли, оказания услуг населению. Стоит отметить, что в этом же районе Гомельский ДСК ведет комплексную застройку жилых домов. На данный момент заканчивается возведение 12-14-этажного дома, который выполнен из крупнопанельных изделий с вентилируемым фасадом с отделкой фиброцементными плитами. Это придает новостройке внешнюю эстетичность, а в дальнейшем уменьшает эксплуатационные издержки по обслуживанию здания собственниками. В настоящее время в данном доме предлагаются к продаже квартиры однокомнатные и трехкомнатные. Однокомнатные квартиры по цене 1160 рублей за квадратный метр, трехкомнатные квартиры площадью порядка 88 метров квадратных по цене 1020 рублей за квадратный метр. В данном микрорайоне Гомельский ДСК планирует построить еще 6 аналогичных домов. Еще несколько новостроек появились на карте города. Это 40 и 30 квартирные дома в микрорайоне жилой застройки «Чонки». Мы этот дом вели в декабре месяце, 40 квартир. Квартиры, здесь часть с отделкой, часть без отделки, это по желанию жильцов. В каждой квартире по квартирное отопление запущено. Это вот фишка Гомельского района, то, что отопление индивидуально от котелка, который стоит на кухне. На сегодняшний день реализовано здесь 90% квартир. Квадратный метр 840 рублей. Неспроста новоселы останавливают свой выбор именно на жилье в Чонках. Это уютная и тихая пригородная зона. Вблизи находится река. В этом году здесь намерены возвести еще 2 30-квартирных дома. Первый уже в стадии строительства. В нем будут 1- и 2-комнатные квартиры. По нормативным срокам дом планируется ввести уже в мае. В перспективе тут появится школа и детский сад. Управление капитального строительства Гомельского района также предлагает желающим приобрести квартиры в микрорайоне жилой застройки поселка Юбилейный. В наличии в 40-квартирном доме 1- и 2-комнатные квартиры. Стоимость квадратного метра 849 рублей. Если вы уже определились с выбором квартиры, то остался главный вопрос – где взять деньги на ее приобретение? Ответы «Большая стройка» искала у представителей банка.
Беларусьбанк продолжает льготное финансирование недвижимости в рамках указа президента Республики Беларусь номер 13. Кроме того, Беларусьбанк предлагает кредиты всем гражданам, независимо от категории нуждаемости в улучшении жилищных условий, на срок 15 лет. Процентная ставка устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка плюс 3 процентных пункта. Максимальный размер кредита до 75% стоимости приобретаемого, строящегося либо реконструируемого жилого помещения. Беларусьбанк также в 2017 году продолжит выдачу льготных кредитов нуждающимся в улучшении жилищных условий на срок 15 лет. 12% годовых, это было в 2016 году, в 2017 году 12,5% годовых. Покупка жилья – процесс непростой, и к нему надо подходить серьезно, взвешивая все «за» и «против». И самое главное, чтобы результат сделки с недвижимостью вас только радовал. Довольны ли вы своим жильем? Большая стройка поинтересовалась у новоселов Гомеля. Мы построили двухкомнатную квартиру, общей площадью где-то около 60 квадратов. У нас двое детей, муж и я. Квартира хорошая, как бы вся площадь достаточно рациональная, хорошая планировка. Вот, очень тепло, уютно абсолютно. То есть вот зима, были сильные морозы, никто не мерз. Было очень тепло. Я строю двухкомнатную квартиру 60 квадратных метров по улице Барыкина. Это же заказчик государственный. Ну, то есть уже надежная организация, много лет на рынке. Ну, плюс у меня раньше знакомые строились уже от УКСа, от этой организации. Ну, то есть никаких нареканий не было, все достаточно хорошо. Но я потом еще на форумах изучила информацию. Ну, как бы, то есть, как правило, все вовремя, никакого негатива. То есть, ну, гарантированная сохранность своих денег. Сегодня программа «Большая стройка» убедилась в надежном качестве жилья, которое возводят строители региона. Кроме того, нам удалось выяснить некоторые тонкости квартирного вопроса. Встретимся на новых стройплощадках.